Всем добрый вечер. Сегодня 16 мая, где-то половина восьмого вечера, и мы пошли прогуляться. Говорят, у нас прилетели соловьи. Сегодня 16 число, и сегодня, вот вечером, буквально в 4 часа, к нам прилетели ласточки, стрижи. Стрижи или ласточки? Мы спускаемся в лог. А эта птица ночная поет. Здесь тенечек, деревья, а если выйти на открытое место, то очень солнечно. Сегодня весь день солнце. И было плюс 22 градуса. Тепло даже в футболке. И мы сейчас быстренько спустимся вниз и пойдем посмотрим, нет ли соловьев. Специально пошли вечерком. А здесь вот, смотрите, кленовые листья. Нежные-нежные вышли, мягкие. Вот их можно собрать и сделать типа голубцов. Их не надо ни отваривать, ничего. Они заворачиваются очень легко. У нас цветет черемуха, яблони цветут. Черемуха уже даже местами опадает. Вот, смотрите, черемуха. Да. Ой, как снег падает на голову. И зацвели яблони. Вот здесь тоже, смотрите, черемуха. Вот здесь тоже черемухи, смотрите, над нами. И здесь. Пахнет вообще обалденно. Вот. Это лиственницы. Ой, здесь вообще голову кружит от запаха, от аромата. Может, здесь что-то пока не слышно соловьев. Может быть, там в речках увидим. Здесь пока нет. Так как вырубили весь подшерсток, так называемый, соловьям-то сейчас и негде жить. Они любят жить внизу, метра до полутора максимум. И гнездятся они внизу. Так, ну вот там солнце, видите, яркое. Мы сейчас на него скоро выйдем. Сегодня вторник. Ветра нет. Тихий вечер такой. На горе цветут вишни, смотрите. Черемухи, вишни. Мы идем. Уже перешли речку. Не стали показывать одно и то же всегда, как в речку переходим. Здесь вот лаги сделали. Ирга цветет, смотрите. Вот это ирга. Здесь окончательно все разломали. Вот это тоже ирга, смотри. Вот, цветет хорошо, может быть, будут ягоды. Угу. Вот это ирга. Здесь еще пока ничего не выросло, а должны быть заросли мяты. Черемуха. Яблоня только набирает цвет. Вверху-то начала цвести, а здесь еще нет. Только вот набирает. Ну ладно, прогуляемся немножко. Вот мы вышли на солнце. Скоро оно пойдет вниз. А мы сколько-нибудь прогуляемся. Мама у нас после болезни 10 дней никуда не ходила почти. Так что мы ее немножко выгуляем сегодня. Вот тоже яблоньки цветут. А эти яблони, смотрите, какие красивые. Расцветают над нами. Вот какие. Это будут, значит, красненькие яблочки. Зяблик поет на горе. И вишни зацвели. Там на верхах вишни зацвели. Голубое небо целый день. В 5 утра уже светло было. Я в 4 часу вставала кошек кормить. Уже проблески света были. Так как у нас бывают белые ночи. Я это уже показывала. Что всю ночь можно читать. Хоть всю ночь читай. Там на 2 часа темно всего бывает. Как в Санкт-Петербурге. Прям. Мы шли-шли и встретили смородину. Черную. И я немножко хочу нарвать на чай.
веточек. Ну, там еще должны встретиться так немножко нарву. Так, вот уже смородинка встретилась, немножко нарвали смородины на чай черный. А это кустик крыжовника. Это тоже крыжовник. Это тоже крыжовник, куст. Так, а мы дошли с вами до мосточков. Уток нету, на гнездах, может, сидят. Или на реке все, на большой. Здесь пока что нет, уток не видно. Так, а мы ушли с солнышка. Ива, зеленая хозяйка долины. И вот такой цветок. Пальчатокоренник. Гебрицкий. Пальчатокоренник. И задавали вопрос по поводу тмина. Вот посмотрите, он растет везде. Вот, например, под ногами. Вот. Сейчас я оторву. Ой. Вот он, смотрите. Как морковь растет. Сейчас я другой оторву получше. Вот здесь, смотрите, получше экземпляр. Сейчас я его даже попробую выдернуть. А с корнем не смогла тут толст. Ну вот как настоящая морковь, смотрите. Тмин. Вот он, тмин. Самый настоящий, обычный. И в начале июля он уже плоды даст. Он быстро дает. Можно насобирать будет и капусту квасить, или булочки с тмином делать. Можно нарезать мелко, засушить, добавлять в суп куда-нибудь или мясо тушить. Тмин. Речкой пахнет вообще, потому что тут река. Вот. И здесь везде заросли мяты, но она еще не вылезла. Она попозже вылезет. Ага. Угу. Прямо вот тут везде мята растет. Тут у реки мята. Ну, еще рано для нее. А вот и не рано, смотри, вот она. Ну, рвать мы ее тут не будем под ногами. Мята уже. Смотрите, вот это самая настоящая мята. Ой, слушайте, баней пахнет, деревней. Вот ее как много тут. Она здесь в лагу растет в огромных количествах. Некоторые ее собирают и даже продают, сидят там на рынке. Слушай, как пахнет уже. Да. Комары, смотрите. Вот мы пока идем, смотрите, мята. Ну, мы ее тут не будем, тут все-таки забор собирать, но там дальше она везде растет. На всех угорах, на этих. Вот здесь у реки все мята. Пока что она еще маленькая. Вот черемуха доцветает, уже опадает, как снег. Шумит вода. А здесь, смотрите, маленькие иргушки. Вот одна иргушка и вот вторая. Ну, они, наверное, из одного корня. И цветет ирга. И будут ягоды. Я люблю иргу. Летом прям могу ее стоять, рвать и есть. А варенье из нее надо варить пополам с крыжовником. Варенье из нее варить пополам с крыжовником. Потому что она пресная ягода. А с крыжовником получится как желе. А черемуху паутина, если бы вам видно было, неохота мне другую камеру доставать. Все цветы в паутине. Ой, давай пойдем, а то комары, останавливаешься. И вот они, ласточки, смотри вверху, как жуки вон там. Вот немножко отойди, далеко вон там, высоко. Прилетели, стрижили ласточки. Ну, первый день, как я обедала. Да, я еще днем смотрела в небо, не было. А вот к вечеру прилетели. Вот тут речка. Тут спускаться сделано. И у нее несколько ответвлений у этой речки. Вам покажу. Одна идет вон туда. Одна идет вон туда еще речка. И цветут желтые калужницы. Лягушачьи цветы. Все, видите, как много. Мы пока шли, их тоже было много. А это сныть внизу. А? А это без веревки. Собака без веревки идет. Смотрите, это вишня. Ага.
зацвела. Угу. Вот прямо здесь. Мама боится собак. Очень боится. Ну, переждем давай, пусть они нас обгонят. Так, вот она, собака, ждет хозяина. Мама за меня спряталась. О, идет. Все, она прошла. Так, это за забором собака. А это ушел, нас обогнал, мы постояли. Без веревки идет. Ну, вроде она у него умная, но кто их знает. А вот это розовые яблоки. Зацветает еще только яблоня. Здесь будут розовые, смотрите. И эти причем крупные. Вот они, видите, какие красивые будут. Здесь крупные на этой яблоне. Я уже фоткала как-то. Вот такие огромные. Ага. Вот сзади солнце вечернее. И много вам видно, если на солнце... мошек каких-то мелких, огромных. Просто сегодня, можно сказать, второй день такого тепла-то, да? Что прямо обалдеть. Вот вишня опять впереди по курсу. И калина. Но калина... А это вон какая огромная яблоня. Ну, пошли обратно. Яблоня вверху-то она цветет уже. А вот это вот ирги. И калина, но она еще только листья выпустила. Самая последняя цветет калина. Ну, не хочешь дальше, не пойдем? Так, возвращаемся. Маме надоело гулять. Так что, я 10 дней не была на улице. Ну, пошли обратно. Сейчас будет солнце в глаза. Солнце будет в глаза сейчас. Смотрите, какой пучок горькой речки огромный. Огромный такой, вау, мясистый прям. Что, сорвет? Да что, одну могу, не одну? Мама любит ее. Ладно, сорву ей. Он уже это... Грубо, не грубо, но уже пошел в цвет, все. Ой, слушай, может, кошкам травы нарвем? Я все забываю про них. Такая редька огромнейшая. У нее стволик, а можно вообще, в принципе, ее всю есть. Ой, столько стволов из одного. Сейчас... Все, ладно. О! Да, чисти. У меня сумочка. А, ты ее дома будешь? Конечно. Дальше не пошли, в обратный путь идем. Тоже тихонько будем идти. Кошкам пырея нарвали еще, пока он мягкий. Здесь так хорошо, да, у речки? Это вишня, да, ведь? Это вишня. Вишня. Вот, зацветает. Ну, на угорах-то вверху уже цветет давно. Потом тут малина будет тоже. А до основных угоров мы не дошли сегодня. Угу. Соловьев нет. Но они маленько подальше соловьи-то. Я думаю. В общем, не слышали мы. Может, они еще не прилетели сюда. Так, ну что, соловьев мы сегодня не услышали. Они, правда, немножко подальше, наверное, там. Ну, здесь бы тоже уже были, если были бы. Наверное, еще не прилетели. Ну, подождем. Смотрите, сколько ландышей. Вот это все ландыши. Светлого мая, привет. Вот. А мы пошли в обратную сторону, тоже будем тихонько идти. Нам еще тут тихонько, это мы целый час пойдем. Минут 40. Ничего интересного, наверное, уже не будет. Всем спасибо за внимание, всем здоровья, всем удачи, всем пока. А, кстати, утки-то есть. Видимо, вылетели вон, эти хлебом их кормят. Вижу, два точно есть. Двое вон. Два самца. А, самки на гнездах. Вон впереди по курсу два самца плывет. Эти им хлеб кидали, видимо, или что. Соловей прилетел. Мы сейчас слышим соловья. Только слышите? Вверху там.
Зяблик перешибает. А тут вот зяблик перешибает. Ладно, пойдем. О, слышите? Краснобрюшка перешибает этот звук. Сейчас вам покажу. Вот они, раз. Один и там еще есть. Два, три, что-то резкости нет. Вот один плывет. Там он еще двое. На колесе один. Ой, взлетел. А, полетел, полетел. Один плывет, один сидит. А сзади нас соловей поет. Ой, залез тоже на колесо. А третий улетел вперед. Он тоже на реке сел. Вот отсюда лучше, наверное, видно будет этих уточек. О, какие сидят. Ну что, солнце клонится к закату. Мы домой идем. Всем спасибо за внимание. Всем пока.